В микрорайоне Рябково местные жители обнаружили страшную находку. Тело мужчины без головы и ног находилось в мусорном контейнере на улице Яблочкина, рядом с центром имени Елизарова. Отчлененные части погибшего оказались в соседнем баке. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Личность убитого мужчины на настоящий момент установлена. Он оказался 32-летним жителем города Кургана. В настоящее время в рамках следствия проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств совершенного преступления и лиц к нему причастных. Все, кто располагает информацией по факту данного преступления, просят оказать содействие и обратиться в Следственный комитет Кургана по телефонам 23 90 50, 23 87 80 и 23 89 26.